Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы будем играть в криминалочку на сервере Родина РП. Итак, мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте делать мои по регистрации. Итак, думаю, после ролика вы догадались, о чем сегодня пойдет речь. В принципе, я думаю, тут любой поймет. Короче, сбылась моя мечта, пацаны. Да, сбылась моя мечта, я купил себе Чирон. Вот он мой прекрасный Чирон. Купил я его... можно сказать, за 18 миллионов. И я за него отдал тупо все деньги. Вот мои все деньги, пацаны, что? 36 тысяч. У меня оставалось 100 тысяч, но я пошел в казино и слил их, да, в карты. Но вы спросите, блин, а как ты купил Чирон? У тебя аж не хватало денег. Сейчас я вам расскажу. Я утром зашел в игру и пошел в казино. На протяжении 3 часов я сидел в казино, играл. И поднял 4 миллиона, ну точнее 3,8. 3.8 играл в дурака, не рандомный казино, это ж типа да, нет нажимать, а именно играл в карты. В карты я поднял 3.8 я поднял, и того у меня получилось 16 миллионов 800 тысяч, ну чуть-чуть больше. И короче, я вот на своей бэхе поехал на был рынок, чисто посмотреть, что там за тачки и так далее. И тут я видел, чувак продает Чирон. Продал он за 20 миллионов. Я говорю, типа, за 18 продаж. Ну, ты типа, ну да, чувак, только ты не забывай делать добро. Я такой, ну хорошо. Там проблема была в том, короче, что я Камри не продал свою. У меня Камри была, кто помнит. Она у меня осталась, короче. И он говорит, короче, давай обмен, типа, ты мне Камри и 18 миллионов... 800 доплата. Я такой, окей. Я, короче, согласился, но не все так гладко прошло. Он попробовал накинуть обмен, и там можно было максимум 20 миллионов. Мы позвали админа, и все-таки я купил вот эту тачку. Сейчас я вставлю момент, как это все, короче, происходило. Ну, вот как-то так я купил себе, короче, Чирон. И кто, кстати, не знает, я вот эту BMW на стриме купил. Вот на таких вот номерах прикольных. Ну, то, что, да, я купил себе Чирон, свою любимую, ну, не любимую машину, а просто мою мечту я купил. Она без номеров, в полном тюнинге. У чувака оказалось ее две, он потом еще одну продавал, только стоковую, за 16 миллионов. Я эту купил, получается, за 18 миллионов, то есть отдал 16 миллионов 800 тысяч и еще Камри. Камри можно было продать, у меня была в полном тюнинге за 1 200 000. За 1 200 000 ее можно было бы продать. Ладно, давайте не будем болтать, я давайте на ней проедусь. Честно, я думал, она будет валить как дико, но оказалось нет, она не будет так валить. Так, кей, ключ вставлен, да, все. Она, я думал, она будет валить очень быстро, но оказалось нет, она не очень так быстро валит. Она едет всего лишь 230, я ее разгонял. Я проверял, она в полном тюнинге, только нету автолока и стробоскопов. Но я думаю, со временем мы это купим. И, кстати, кто хочет мне помочь деньгами, пацаны, не забывайте дать мой ник. Когда вы, да, по-моему, достигнете 3 или 4 уровня, мне капнет 250 тысяч. И я с радостью с вами могу ими поделиться. А то на стриме вы там просите денег. Я раздавал, в принципе, когда стримил. Но так вы можете сами себе помочь, в принципе. Поэтому я думаю, это нормальная тема. Давайте я выключу, в принципе, вот Бугатти и выключить. Блин, тачка очень классная, на самом деле. Она чем-то похожа на i8. Серьезно, чем-то похожа на i8. Извиняюсь за то, что я заговариваюсь, потому что что-то я как-то волнуюсь, знаете. Не снимал целый день. Почему, кстати, ролики выходят редкие? И насчет амазинга. По амазингу тоже будут видосы выходить, но я сейчас хочу побольше снимать по родине. И если вы хотите, чтобы я больше снимал, поставьте обязательно лукас, то есть лайк, и я буду почаще снимать на родине. По амазингу я также буду снимать, конечно же, но я в основном сейчас на родине играю. Скажу вам честно, я в основном на родине играю, поэтому, да, как-то так. Купил я себе Чирончик, блин, ну, классная тачка, очень красиво выглядит машина, я думаю, вы сами согласитесь. Некоторые писали, типа, ты неправильно говоришь, типа, это не Чирон, а Широн. И так, вроде бы, как правильно. Может быть, читается Широн, а говорится, типа, Чирон. Кто не знал, то вам скажу. Я на нее копил вчера на стриме, и вот сегодня я уже себе ее купил. Ну, я купил ее со своей, ну, за счет своей помощи, короче, никто мне бабки не давал, я поднялся в казике. Но я это не снимал, потому что 3 часа, пацаны, я играл. 3 часа, понимаете? 3. Поэтому, по-любому, я бы это не снимал, это было бы очень долго и так далее.
Так, давайте платим налоги на транспорт. Видите, сколько налогов на машины. Надо будет бабок подкопить. Я на дальнобойщиках работал, вот эти 30 тысяч заработал, потому что у меня вообще не было денег. Поэтому, да, как-то так. Сейчас оплатим все налоги, чтобы нас тачки не светили. Буду потихоньку развиваться. Осталось купить, короче, дом, пацаны. Вот, 690 рублей я платил. Короче, у меня еще халявчик куплена, хрень, короче. Ну, нормально. Я так понял, это типа заменяна машина. Блин, забыл название. Только что на языке крутилось и забыл название. Не, ну тачка реально очень классная. Просто очень классная, блин. Управляется очень круто. Это сейчас моя самая дорогая покупка была. Это самая дорогая машина на сервере. Ее можно купить в стоке за 17 миллионов. Их очень мало продают, потому что их очень мало на сервере. Я думаю, наверное, штук 20 максимум. Также она есть у Акина, но Акина почему-то пароль не снимает. Я слышал, что его, возможно, забанили. Там он немного бомбанул. У него на встоке, у него Чирон. Кстати, я его покупал, он был черный, и вот эта золотая, короче, была. А сейчас он у меня, видите, я покрасил вот такой цвет. Мне что-то чувак писал. Вау. Давайте, типа, улыбнулся. Да, чувак, вау, это Чирон, видите, все так реагируют на него, потому что это очень редкая, дорогая машина. И теперь она есть у меня. Это очень круто, блин. Я вообще, я ради нее, можно сказать, вернулся на родину. Ну и Амазин просто надоел, хочется разнообразить контент, потому что постоянно Амазин выходит. Это не очень круто. Это реально не очень круто. Ну что ж, на этом я буду завершать серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.